Ребятушки, hello, как говорится. Приветствуем вас в городе Орландо, Соединенные Штаты Америки, штат Флорида. Зима, знаете ли, 28 градусов. Неплохо, неплохо. Этот обзор называется «Дача на колесах». Настоящая дача на колесах. И скажем честно, сначала мы хотели показать вам вот это. Кстати, этого добра здесь, вы будьте добры сюда, или вот туда, вот куда угодно покажите. Добра здесь полно. Это настоящая прям дача. То есть не дом на колесах, как вот это вот ездит постоянно куда-то, а дача. Вы приехали, на участок поставили, камин, кресло, дача. Но подробно показывать это мы вам не будем. По одной простой причине. Дорого. Прям дофига дорого. Красиво, покажем все-таки красиво, но дорого. Рундуки всякие открывать не будем, но чтобы вы понимали. Размер рундучка, что называется, тут лежать спокойно можно. Матрасик можно постелить, ну вам, грубо говоря, да, если тепло на улице, какой-то матрасик постелить, в принципе, можно вполне лечь. Зайдем, покажем. Дверей несколько, то есть можно зайти с разных мест, зайдем отсюда. Уже краем глаза заметили, да, о чем идет речь. Давайте развернемся. Я же говорю, дача на колесах, кухня, кресло, прям как у бабушки. Приехали, можно отдыхать. Здоровенная плита, здоровенная микроволновка, холодильник огромный, запасы хранить. Второй этаж, тоже в полный рост. Ох ты, а! Все это превращается в кровати, в удобные кровати с ортопедическим матрасом. Домашний кинотеатр, камин, все как на даче, я же говорю, дача. Включаете, смотрите. Но важный момент. Компоновки доступны разные. Много разных компоновок. Это можно убрать. Тут можно поставить полноценную кровать. Под вас в этом габарите, в форм-факторе, делают... Блин, посмотрите, какая высота. Я же говорю, как на даче. Двухэтажный дом стоит у вас на участке. Вы думаете, это все? Это мы только вам половину показали. Второе крыло нашей дачи. И здесь у нас... Круто. Можно сауну сделать. Хотите, сделают сауну. Хамам, без проблем. Ворота открываются. Это спальня, ребятки. Легли, отдохнули, выспались. Еще один телевизор. Этот шкаф можно заменить... Двери. Короче, можно заменить на две кровати дополнительных маленьких для детей внизу и наверху. Двухъярусная детская кровать. Так вот, со всеми скидками, прямо сейчас, со всем дисконтом, вот эта штуковина стоит 82 тысячи долларов. Поэтому... Значит, делаем вот так вот. Территория огромная, поедем на машине. Садитесь, пожалуйста. Вот, что нам нужно. Вот эта штуковина называется «Аврора» от компании Forest River. Такая же дача на колесах, почти в три раза дешевле. Внутри столько же места, но сами понимаете, функционал гораздо важнее. Вот сейчас быстрый обзор. Поехали. Рекламная пауза. Рекламная пауза и быстрый обзор. Погнали. В такую дачу на колесах нужно ставить компьютер. А если ставить компьютер, хорошая материнская плата. А если хорошая материнская плата, B550 Aorus Pro от компании Gigabyte. Здесь все по-настоящему быстро. Оперативная память, быстрая SSD, правильный интернет, оптимальный набор портов, а также отличная система охлаждения и, естественно, процессор. Новый AMD Ryzen 5 5600X. В AMD официально уверены, что это лучший в мире процессор для настольных ПК, и он официально хорош не только для работы. B550 Aorus Pro от компании Gigabyte, а также новый AMD Ryzen 5 5600X очень рекомендуем. Специальные ссылки внизу. Продолжаем с домом на колесах. Ребятушки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Итак, есть несколько недорогих вот таких же вариантов, но Аврора — это компания Forest River, тот самый знаменитый производитель автодомов, который вот много лет делает автодома, поэтому доверие к нему чуть больше, чем, так сказать, к остальным. Поэтому поговорим об этом конкретном автодоме. Длина 6 метров, ширина 2 метра, высота 3 метра, вес у нас 2 тонны. Что у нас из интерфейсов? Посмотрим. Вот такая вот здоровенная дверь. Это кухня. То есть кухня находится вот здесь вот. Но пускай вас не смущает, что она здесь, потому что внутри тоже есть кухня. Это кухня для типа барбекю, гриля, чего-то вот такого. А, вот, достается. Короче, тут у нас можно готовить на улице. Холодильник. Ящики здесь, раковина здесь. Бак чистой воды тут почти 200 литров. Нормально. Идем дальше. Запасное колесо. Оно тут, естественно, нужно. Окошко вот здесь вот. Это автодом со слайдерами. Выдвигается у нас две части. Вот они уже выдвинуты. Когда задвинуты, можно ехать. Когда выдвинуты, надо стоять на стоянке. У нас два входа в автодом. Этот вход, на самом деле, я тут был уже внутри. Очень смешной. Лестница убирается, когда едете. Это вход.
через туалет. Сейчас мы вам покажем. Можно прям в туалет попасть. Есть маркиза, опускается, сидеть, костерок, палаточка, когда дождь идет. Дверь двойная, если комары закрыли, все, пожалуйста, можно основную дверь открыть. Лестница. На механике. Вот штуковины, которые стоят вот за нами, покажите прям буквально мельком, вот эти вот. Классно, спору нет, машина в комплекте, но они стоят там тысяч по 200-300 тысяч долларов, да, там лестница выезжает сама, все на электрике. Эта штука стоит очень дешево, а внутри места столько же. Заходим внутрь. Я же говорю вам, прям дача, прям приехали на дачу. Диванчики, камин, ну электрический, правда, камин, но все равно. Сели, удобно устроились. Это превращается в кровать. Это у нас первый слайдер. Помните на улице, да? Вот. Электрический камин. HDMI, USB. Подключаете флешечку. Можете смотреть кино, телек на ваше усмотрение. Хотите 4К здоровенный. Тут вот места еще полным-полно хватает. Полноценная кухня. Все, что нужно. Это вот розовая специальная жидкость. Прогоняет через систему. Потом прогонится и можно как бы пускать воду. Много шкафов. Здесь шкафы. Все, естественно, сделано, чтобы не открывалось дороги. Все на магнитах. Микроволновка. Духовка, холодильник огромный, с огромной морозилкой. Еще места, которые тоже превращаются, по идее, да, наверняка превращаются в кровать. Опускайте, еще одна кровать. То есть кровать там, два места здесь, два места у нас здесь. Шкафы внизу. Идем дальше. А что за дверь? О, пойдем. Слушай, у меня дома ванная примерно меньше, наверное, даже. Смотрите, сколько места. Смотрите, какой душ классный. Но я же говорю, тут не хуже. А стоит в 3 раза почти дешевле. Душ, все, бак 200 литров, хватит на всех. Двери есть из туалета. Ну, кроме шуток, удобно. Проветрить, автодом проветрить. Пройдемте сюда. Спальные места. А вот тут классно. Посмотрите. Раз, два, три. То есть у нас там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь спальных мест. И вот это вот, помните там отсек, ну, кухня внешняя. Если кухню не ставить, есть вариант с еще одной кроватью, причем двойной кроватью. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 спальных мест может быть в этом доме на колесах. Это поднимается, ну, такое, шпингалетики простенькие, скажу как есть, простенькие, но тем не менее и стоит недорого. Для детей вообще отличный уголок, круто, даже лестница вот есть для мелких подниматься наверх. Еще шкафы всякие для вещей, шкафы для вещей. До вещей 9 спальных мест. Думаете, 9 спальных мест? Я же говорю, это дача. Ничуть не хуже, чем мы показывали до этого. Заходим. Еще одна спальня. Полноценная, хозяйская. С матрасиком ортопедическим. Можно сделать второй ярус для ребенка еще здесь. Итого у вас будет 12 спальных мест. Ну чем не дача? Вот здесь вот ставится, и ребенок как-то спит наверху. Шкафы, телека нет, телек можно повесить, даже вот там 220 и антенна есть. Смотрите, сколько мест. Раз. Ребяшки, поговорим о ценах, это же самое интересное. Короче говоря, тот автодом, та дача на колесах, которую мы показывали в начале, ее стоковая цена 97 тысяч долларов. Со скидками у ребят из Orlando RV, прямо сейчас, имейте в виду, ссылки внизу, 82 тысячи. Вот это вот стоит 82. Это стоит 31 тысячу долларов. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваш комментарий. Вот прицеп. Это ок или не ок? С удовольствием почитаем. Аврора, Orlando RV. Ссылки внизу. Увидимся. Пока.